дальше проходит лев. Ура! На самом деле было немного странно, что Дима Билан выбрал меня, потому что со мной были достаточно такие сильные соперники, поэтому это меня удивило, но в той же степени, конечно, обрадовало. Ну, мы с ребятами спели действительно очень хорошо, я получил в 100 раз больше эмоций, чем на репетиции. Это было зажигательно, классно. Я видел, как Пелагея там мотает головой, прищелкивает пальцами. Макс Фадеев тоже подтанцовывал. Поэтому я думаю, что все равно мы как команда... Один вообще в конце встал, да? Ты это видел? Но разве он может устоять вообще против таких, как ты? Вы были потрясающими, идеальными во всем. И самой сильной тройкой во всем, наверное, у Димы Билана. И это не только ты, а это вы все втроем вместе. Ты совершенно прав. Потому что если самое слабое звено, оно оказывается самым штабельным. А у вас не было ни одного слабого. Вы все трое как одно целое. И это было потрясающе. Был ансамбль. Очень важно, чтобы в ансамбле вы, ребята, спели. Друг друга чувствовали, поддерживали. Леха всех поддерживал. Лева молодец, лидировал так, да. Чем управлял. Ну, это он у нас, да, и дирижер, и все одно в одном лице. Очень рады. И за тройку саму тоже рады, потому что они спели очень хорошо. Все вместе хорошо, слаженно. Молодцы, большие. Мы были в этом туре действительно как одна команда. И я считаю, что мы спели очень достойно, хоть мы и соперники друг другу. И очень хочется сказать огромное спасибо Диме Билану и всей команде. На самом деле мы здесь на «Голосе» чувствуем себя очень комфортно. И спасибо за песню, потому что грамотно подобранная песня, она только показывает максимум того, что человек может. Дима, огромное тебе спасибо. Ура!